Здорово, подписота. 11 декабря, понедельник. Мини-хинкальки. Мини-хинкальки, такие вот маленькие манюньки, как пельмешки. Видите, размером как пельмешки. Они у меня тоже разваливаются. На закуску с ним сделал топовый соусец. Происходящий сам из себя. Как вот он происходит? Из чего? Из чеснока. Из майонеза. Также маринованный лук. Сам лично сделал. Также у нас наша любимая капусточка с топовым маслом. Вот с таким вот вкусняшкой. А почему наших микрофонов не слышно? Давайте жрать. Давайте. Давайте жрать. Вот так вот. А хвост выкидываем, да? Топчик. Соус топчик. Прям нормально. Я сварил, у меня некоторые развалились вот. У них трава внутри какая-то. Все, доедим. Ничего не выкинем. Да? Где мой? Также у меня есть, конечно, сметанка, типа. Ну, типа вот этот, как йогурт греческий. Ну, типа я не вижу смысла в нем. Типа. Ну, поняли, короче, да? Типа я не вижу в нем смысла. Давайте ням-ням. Ну, что сказать? Ну, я люблю больше манты. Я все-таки люблю больше манты. Это, короче, ручная лепка. Понятно, что не магазинная. Также я из этого, там из той конторки вот взял. Ну вот, короче, с ладошку. Три штучки поместится в ладошку. Также взял манты. Тоже ручнолепные. Ручнолепные. Капусточка должна присутствовать. Дальше. Ну, ничего не будем трогать. И так все слышно. Чап-чап, слышно же? Слышно. Вот соус не надо лениться делать, да? Блин, а вот ленишься. Вот просто мазик рядом не стоит, если мазик, зелень и чеснок. Давайте жрать. Вот они эти хвостики. Хвостик размером почти как вот эта сама хинкалька. Хлеб присутствует, а то не наемся. У нас холод 9 градусов.
я уже пошел погулял, 10 тысяч шагов нашагал. И самое время подкрепиться. Да? Сиреневый туман над небом проплывает. Над тамбуром горит полночная жара. Кондуктор, не спеши. Кондуктор, понимаю. В охотку, в охотку. Мне понравилось. Но, конечно же, я больше такие маленькие не буду брать. Я чисто для видоса взял. Они мне вообще не нужны. Я там пельмешек взял ручной лепки. Сусис. Замечательный обед. Время пол первого. Завтрак был в пол седьмого. Проснулся в 5. Также переворачиваем, да? А вот так можно сразу макнуть. Нет, лучше ложечкой. Лучше ложечкой. Остатки хвостиков. Чав-чав, хрум-хрум, ням-ням. Сиреневый туман. Давай ням-ням. Нормально, нормально. 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 Батончиком ням-ням. Опачки. Опачки. На базу. Сиреневый туман. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Горчичное масло топовое, вообще прям. Вкус улучшается. Сама капуста-то топовая. Не знаю, покупная, но вкусно. Вот сейчас насыщение. Потому что с батоном. Без батона не было бы насыщения. Все, главное, соусец доесть. Так, ну а эти две с чем? Ну, раз вот с этим вот штучкой. Это типа сметаны. Типа сметаны. Вот так вот делаем, да? Вот так вот. Типа сметана? Да, как сметана. Ну не катит мне это, не катит. Ну не мое. Майонез надо. Майонез. Заключительную штучку с нелюбимой сметаной. С нелюбимой сметаной. Ну вот. И весь обжор, ребята.
У меня все-таки пришло насыщение. Давайте. До свидания.